Киев, Троещина, вечер 18 апреля 2017 года, мото-ДТП с пострадавшим, столкнулись байк и автомобиль Hyundai. К счастью, пилот сам зашел в скорую помощь, множественные ушибы, ссадины, сотрясение мозга, в сознании, медики оказывают помощь. В автомобиле Hyundai повреждения справа спереди. Вот подбито крыло, удар пришелся в колесо переднее правое. Вместе работают два патруля полиции. Удар был довольно сильный, обломки байка разлетелись метров на 30. Мені син каже, папа говорить, там, каже, ДТП з потерпілим. Я, блін, на подрив. Ну як на то, як все. Да, добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Да, добрый день. Александр. Сегодня 18.04, это Радунская и Лисковская перекресток. По предварительным данным, мотоциклист двигался по Радунской сторону выезда с Троещины, а автомобиль разворачивался на перекрестке и, соответственно, не уступил мотоциклу. Мотоциклист живой, экипировка спасла. Будьте аккуратны и смотрите, не гоните, не стартуйте. Могли бы дать советы мотоциклистам, как избежать тяжелых травм, как избежать, снизить риск аварии? Оценивать ситуацию, ну, максимально мониторить ее и просчитывать, что все, ну не то, что все хотят тебя сбить, но ближе к этому. Да, в плане экипировки, вот насколько, ну, экипировка помогает? Жарко, холодно, максимальная экипировка всегда. Угу. Я понял. Спасибо. Киев, вечер 18 апреля 2017 года. Троещина. На перекрестке произошло столкновение автомобиля Hyundai и мотоцикла. К счастью, пилот был экипирован, скорость была не очень высокая, обошлось без тяжелых травм. На место выехала скорая, у пилота только ссадины и ушибы. Сейчас ДТП оформляет патруль полиции. Уважаемые автомобилисты, будьте очень осторожны при выполнении левых поворотов, в разворотах, учитывайте возможное появление мотоциклистов. Мотоциклистам рекомендуем всегда одевать полную экипировку, независимо от погодных условий. Она может в некоторых случаях уберечь от тяжелых травм.